5 многоквартирных домов остались без электричества в результате пожара на трансформаторной подстанции. Около 4 часов утра на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре на улице Гарифьянова в Приволжском районе Казани. С огнем удалось справиться быстро, но оборудование к тому моменту было повреждено, что и стало причиной отключения электричества в 5 близлежащих жилых домах.